Привет, друзья, с вами Херникс, и сегодня нам предстоит посмотреть на игрушку под названием Ocean's Heart. Данная игрушка является RPG пиксельной, как вы могли заметить, довольно симпатичной, с приятной музыкой. Данная игрушка разработана, если я не ошибаюсь, одиноким разработчиком из Канады, Максом Мразом. Данная игра вообще должна походить немножечко на Зельду, но посмотрим. Мы такие игры особо не брали еще с вами, но я надеюсь, это нас сможет впечатлить. Поехали. Какие громкие крылышки у этих птичек. Какой ужас. Мы играем за девчушку с именем Тила, если не ошибаюсь. И нас ждут огромные-огромные приключения. Так, что у нас есть в комнате? У нас есть дневник. Похоже, Липа читала книги, позаимствованные у Кары. Она учится выращивать ячмень и хмель. Хмель — это хорошо. Хмель — это прям отлично. Меня смущает, что здесь две кровати, правда? Здесь было такое, что... О, записка. Напоминание, написано твоим почерком. Не забывай время от времени открывать меню и сохранять игру, чтобы это значило. Действительно. Так, пробел для взаимодействия. Давай. Так, в шкафах что-то есть, в шкафах ничего нет. К сожалению, огромному. Тут что-то можно взять. Можно отодвинуть стул, окей. Так, папа пытался распределить бюджет для таверны. Многие строки перечеркнуты. Видимо, не совсем, чтобы удалось распределить, но сейчас мы, наверное, с ним пообщаемся. Также, ребятки, напоминаю, что данную игрушку вы можете приобрести в Steam, ссылочка находится в описании. Походу, это и отец, и мать сразу, да? Мальф, так, Талия. Угадай, что? Стая цапель, которая постоянно мешала нам на пирсе, улетала. Доброе утро, папа. И хорошо, от них были одни неприятности. Если у тебя найдется время, сбегай на холм и принеси бутылку виски. Из тайника в пещере. Гикари уже месяц не везет с рыбалкой, я хочу его порадовать. Конечно, папа, спасибо, рыбка. Пещера находится в северной части острова, запиши это в журнале заданий, чтобы не забыть. Покажите мне журнал заданий, пожалуйста. Так, есть у нас главное задание, есть побочное, так, окей. У Гикари друга твоего папы не сдался месяц, найти бутылку виски в тайнике, тайник находится в северной части острова. Я вас понял, сейчас найдем, мадам, вы общаетесь? Липа, а вот и младшая сестренка, я уже решила, ты совсем не проснешься, так долго не вставала с кровати. А вот и старшая сестренка, я уже решила, ты стала управлять таверной еще лучше, раз проводишь столько времени за работой. Так и есть. Кстати, новый эль, что ты начала варить, пользуется спросом, так что и ты вносишь свой вклад. А в этом заслуга Кари. Пока она собирала травы и варила эль, я сражалась с надоедливыми монстрами. Может, ты лучше обращаешься с мечом, чем с Элем, но я рада, что мы справляемся с таверной. Ах да, ты не могла бы помыть посуду? Не, папа попросил меня заглянуть в тайник в пещере и кое-что ему принести. На это что, весь день уйдет? Кто знает, на посуду времени точно не останется. Неплохо увиливает, неплохо. Так, дай, чтобы открыть меню перемещения правого и левого между разделами игры, можно сохранить в разделе меню. Сейчас мы сразу проверим. Чтоб наверняка, чтобы не было потом нюансов. Действительно, сохранение есть, вопросов нет. Так, нам на север. Здесь мы пройдем на север. По всей видимости, да. Тут очень много разных растений, я думаю, что мы их в будущем сможем собирать. Но пока это не точно. Так, нам случаем не сюда? Нет, сюда мы залезть не можем. Тут вообще очень много заточено на исследование, так что нужно будет все-таки осматривать абсолютно все в попытках найти полезные ништячки. Без них будет совсем грустно. Так, по словам папы, виски должны быть здесь. Так, как он пробирался через этот куст? Я просто срежу его своим... Где мой? Неужели я оставила меч у Кари? Нужно ее найти. Кари. Кари, ее точно не было внутри. Там был батя, там была сестра. Но Кари там никакой не было. Так, здесь ничего. Мадам, может вы Кари? Отлично. Так, Тилия, я заходила в таверну несколько часов назад. Ты только проснулась, у меня для тебя кое-что есть. Меч снова у тебя, отец вручил его тебе давным-давно. Когда ты сказала, что хочешь защищать остров, точь-в-точь как он. Нажми кнопку атаки, чтобы использовать. Вчера ты забыла его у меня дома. Папа будет обучать тебя сегодня, например, навыками освеживания монстра. Не, просто выполняй его поручение. Нужно принести виски из тайника в пещере. Хорошо, что я вернул тебе меч. По пути в пещеру растет куст гемамелиса. Если срежешь его, непременно собери цветы. Они пригодятся, чтобы приготовить зелье. О,
Вдруг ты сваришь такое снадобье, которое поможет просыпаться по утрам, Талия. Или зелье, которое уложит тебя спать пораньше, чтобы мне не пришлось всю ночь искать лунные грибы по твоей просьбе. Днем их не найти. Ладно, иди уже за виски, как только выполнишь поручение, давай возьмем лодку твоего папы и отправимся на папоротниковый пляж. Хорошо, отнесу виски сразу в путь. Папоротниковый пляж. Я точно знаю, что у нашей локации называется Белый остров, но что следующая локация называется Папоротниковый пляж, я, конечно, не ожидал. Так, ты находишь ветку Гамамелиса. Окей, пусть будет. Оу май гад, сразу данж. Так, это мы можем ломать. Ящик нял, там еще ведро какое-то стоит. Тоже недоступное, окей. Так, запоминаем по чуть-чуть. Серым визерунком пустые. Красные не пустые. Ты находишь ягоду, съешь ее, чтобы восстановить пол сердца. Используй предмет для исцеления в меню. Спасибочки. Так, это все заберем, это все нам надо. Все остальное не бьется, да? Бочки не бьются. Этот не бьется, окей. Здрасте, птички. Вы что тут забыли? О, это что такое? Куча банок каких-то, но нам их никто не дает. Никуда. Так, читай надписи с помощью кнопки 10. Так, с помощью меча воздействую, переключаю, окей. С этим мы... Ай-ай-ай-ай, чё так страшно? Так, это землетрясение, взрыв. Хорошо, что он не случился, когда я заходил внутрь. Судя по звуку, камни завалили проход. Думаю, я найду другой выход, если заберусь поглубже. Хотелось бы верить, честно скажу. Хотелось бы верить. Так, ну пока нас никто не атакует. Пока только птички. Тихо, не падай. Бжик. А дальше нельзя. А дальше и не надо. Так, крабы. Нажмите кнопку действия, чтобы кувыркнуться и вернуться от врага. Так, сейчас проверим. Действительно, уворачиваемся. Так, враг. Иди сюда. Ч-ч-ч-ч-ч. По жопе, на. Так, два удара смерть. Мя! Пол сердца мне схавал. Где мои ягоды? Срочно. Отлично. Как ни в чем не бывало. Так, это то, что нам надо. Замечательно. Аккуратненько. Статуи не мешайте, спасибо. Что это такое? Так, я не думал, что с древних времен здесь стоит храм богини Океании. Наверное, его построили сотни лет назад. Красиво. Отличный вывод. Мне нравится. Так, а назад мы пихать можем? Отлично. Не мешай, друг. Так, летучие мыши. Надеюсь, с вами мы не будем сильно долго возить. Тихо, 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 тихо. Иди сюда, иди сюда. Ваншотные. Отлично. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Первый пошел. Бля, я боюсь упасть. Иди сюда, иди. Отлично, я даже боковой точкой могу задеть врага. Это приятный бонус. Так. Ну, я надеюсь, я успею перебежать. В смысле? Там некуда бежать. Йоу, Парес, это я так и знал. Тише, тише. Ну, конечно, как всегда, выход преграждает огромный монстр. Ладно, раз я хочу стать морской охотницей, значит, разберусь и с этой мерзостью. Я смогу, ты справишься, Талия, давай. Счастья, здоровья. Так, в смысле, камни сверху падают? А может, не надо? В смысле, я к ней только прикоснулся. Отошла. Так, не забываем про хилки. Мя, камень на лицо упал, тихо. Не забываем про хил. Он у нас есть, он нам поможет. Камень, давай падай уже. Да в смысле? Остановись. А, тут, кстати, эти есть. Тут еще ягоды. Хоп, хоп, до свидания. Понял. Надо перестраховаться все-таки. Курок. Тихо, тихо, полтора хп. Ебой. Все, камни не будут больше мне на голову падать. Славьте господи. Куча хила, куча. Сейчас давайте сразу примем. Все, я фул хэповый, бог знает, что будет дальше. Лучше перестраховаться, правда? Так, здесь больше ничего нет. А виски-то где? Алло, прием. Так, с некоторых объектов можно спрыгивать. Просто подойдите к краю. Оу, ма. Так, а теперь мечом рубить можем что-то? Там, там хата горит. Хата горит, пацаны. Тише, я понял намек. Туда мы не пройдем, там еще взрывные бочки.
Мадам, что случилось? Да бляха, не кувыркайся. Так, Талия, как хорошо, что ты цела. Я пыталась переградить путь к таверне с помощью бочек, но пираты бросали бомбы, не знаю. Зачем они напали? Папа решил пуститься в погоню, как-никак. Он морской охотник, сейчас он на пирсе. Пираты? Вот. Дед, что происходит? Дед, ты в норме? Дед? Дед? Так, Талия, где тебя носила? Пираты с белыми песочными часами на флаге напали на деревню. Они разграбили древние руины, на горе и все подожгли. Дом Карии до сих пор полыхает. Твоя сестра цела, а папа, он на пирсе, иди к нему. Понял, все, не отвлекаемся. Батя, что происходит? Я бойцыца, я затащу. Показывай мне пиратов. Так, Талия, я знал, что с тобой все в порядке. Умом ты пошла в меня, моя смекалка. И тебя она не подводит. Папа, что случилось, все целы? На нас напали пираты, на их флаге белые песочные часы. Они разграбили древние руины на горе. Почти все спаслись, но что? Там на склоне Кария собирала травы. Пираты схватили ее, посадили в бочку и забрали вместе с награбленным из руин. Они похитили Карию, нужно позвать кого-то на помощь. Талия, помощь уже здесь. Я морской охотник, мой долг охранять остров, а в будущем это и твой долг. Но ты же не уедешь, тебе ведь нужно научить меня сражаться с монстрами и пиратами, а еще управлять таверной. Прости, Рыбка, ты сама совсем справишься. Пираты отплыли совсем недавно, я нагоню их и за неделю или две верну Карию. Я вернусь раньше, чем успеешь опомниться, а вы с Липой пока присмотрите за таверной, это ненадолго. Прошло полгода. Фига себе скачок. Окей, полгода, так полгода, не вопрос. Так, это мы уже... Мы в другом каком-то здании, наверное. Но во всяком случае размещено все по-другому. Что-то полезное здесь есть еще? Так, беспорядочные неаккуратные записи по бюджету для таверны. Они торопливо спрятаны под книгу. Опять записюльки. Так, а здесь что? Напоминание, написано твоим позже. Не забывай время от времени. Понял. Так, добрый день, что происходит? Что стали? Значит, пора... Я уже пару месяцев об этом думаю. Раз Кария и папа еще не вернулись, пришло время мне самой найти их. Это ведь не потому, что по вечерам я заставляю себя мыть посуду. Липа, ты следишь за таверной с тех пор, как ушел отец. Это всех восхищает. А я, извини, меня ждет Гикори. Он ведь подбросит тебя до Козьей гавани. Оттуда ты можешь... Хочешь начать поиски? Да. Одна зацепка уже есть. Пираты ходят под флагом с белыми песочными часами. Ты их найдешь, только не забывай отдыхать, чтобы исцелиться, поспи на постоянном дворе или здесь дома. Мы всегда тебе рады. Ты прямо как Гикори, не переживай так, люблю тебя, Липа. И я тебя до встречи с тобой, папой и Карией. Если поспрашиваешь в правильных местах, наверняка найдешь подсказки. Не забывай иногда меня навещать, а теперь в путь. Фух! Счастья, здоровья, погнали. Меня на кораблике отправят или... Или я сам буду управлять корабликом? Дед, здорово опять. Ну что, Талия, готовы отправиться в путь? Не забыла меч? Поднять паруса, мне нужно время, чтобы подготовить. Да мы готовы, в принципе. Поехали. Пора в дорогу. То есть плавание. Да, именно. Нужно вернуть папу и Карию домой. Так, вот и Козья гавань. Здесь не водятся бандиты, но, возможно, посетители хмельного баклана видели пиратов. Спасибо, я скоро вернусь. Уф, хмельной баклан. Находится на северо-западе города. Будь осторожна, не забывай варить зелье. Все будет хорошо, спасибо. Ах да, вот тебе морская карта, чтобы не выйти на отмель, когда захочешь вернуться в Белый остров. Все будет хорошо, спасибо. Морская карта Белого острова, с ее помощью можно без труда проложить путь. А? Мужик таскает ящик? В смысле? Я могу утонуть, серьезно? Такая бойцыца, а плавать не умеет. Ну, ёпарасоте. Так, съешь ягодку. Давайте засейвимся. Однозначно. И по карте. Но этот остров побольше будет, да. Кстати, самое смешное, мы пешком, по идее, можем на Белый остров пройти. Видите, там пунктир есть. Окей, мы это разведаем. Так, северо-запад нам говорят, да? Северо-запад, таверна где-то здесь. Это не похоже на таверну. Здрасте, вы таверна? Локва, привет, посетитель, как здорово, ты на постоянном дворе Мушмула. Есть свободная комната в конце коридора. Окей, другую занять не получится, она заперта. Предыдущий поставили, случайно забрал ключи. Ну что, останешься? Нет, пожалуй. Вы не те, кого я ищу. Спасибо большое, но нет. Нам, наверное, еще выше надо. Либо наоборот вниз налево. Так, это что такое? Задание завершено. А, я пришел куда надо, да? Здравствуйте.
Так, Лея, кажется, ты пришла сюда не просто так. Что у тебя на уме, малышка? Я выслеживаю пиратов, которые напали на мой родной город. Я слышала, тут что-то знают. На их флаге белые песочные часы. Я слышала о банде песочных часов. Они любители повзрывать. Эй, кто из вас про поезд знает о банде песочных часов? Тиль. Песочные часы типа двух совмещенных треугольников. Проплывал я как-то мимо еловой верхушки и увидел дым давненько. Это было. А неподалеку виднелось судно с треугольниками на парусах. Наверняка они разграбили святилище. Поищи подсказки там. Еловая верхушка находится на юго-западе. За лотосовой отмелью. Давай добавлю на карту, ты же видел ее в меню паузы. Конечно. Так, ты не первый из морских охотников, кто преследует этих пиратов. Высокий бородач расспрашивал о них всех жителей. Изобильный гавани. Так, вроде узнал что-то от торговца морскими картами. Отправляйся в изобильную гавань и найди лавочника. С морскими картами. Угу. Изобильная гавань — это пиратский рынок, так что я не знаю направления. Так что мы имеем? Пираты разграбили святилище еловой верхушки к западу отсюда, а еще кто-то видел их в изобильной гавани. У тебя есть след, по которому можно идти. Дальше справишься сама. Всех благ. Затащим. Сейчас только карту проверим. Еловая верхушка. Но нам в любом случае, я так понимаю, по пунктиру идти к любому из пирсов. Я улавливаю только пока такую логику. И по пирсам уже надеется, что нас кто-то переправит. О, переход есть. Здравствуйте. Кстати. Что? Я могу поднять цветок? Что, прости? Окей. Но собрать я его все равно не могу. Так, крабики, здорово. Сейчас мы еще раз проверим. Да, я выдвинулся в центр. Зачем я это сделал? Неизвестно. Иди сюда. До свидания. Так, север. Камнепады, перекресток. Дорога на тысячи устий и дубовую гавань. Юг, лес, прилив, лотосовая отмель. О, давайте на юг сначала сбегаем. Лотосовая обмель. Ой, там какой-то опасный паукан есть. Он плюется. Бляха, здесь еще и ворона какая-то. Отошла от меня. Отошел. Так, ну давай, иди сюда. Плевун. Тихо, тихо, тихо. Оп, 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 оп. Отлично. Обыграли дурачка. На 4 кулачка. Так, давай. О боже, что здесь происходит? Мне кажется, эту мадам нужно спасти. Эй, ты, помоги, на меня монстры наседают. Да я вижу, я не уверен, что я затащу их. Ёпперес это. На по лицу. На по лицу. Нет. Они мощные. Алло, дружочек. Так, блок не удал. Сколько мне хп снес? Молодой человек. Имейте совесть, у меня ягоды уже закончились. Кстати, там снизу ягоды какие-то растут. Может, это те, что нам надо? Да перестань ты это делать. Так, в общем, 5-6 ударов на них нужно. Давай. Бей, 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 бей. Ты ж мощный парень, да? Не дотянулся. О, с него что-то выпало. Подожди, подожди. Так, спасибо, ну и переделка. Кстати, я Лили, курьер. Так, не за что, в смысле ты курьер? Нет, то есть, да, я доставляю груз на корабле, поэтому представлюсь как Лили курьер. Будто говорящая фамилия. Если это твой деловой образ, пожалуйста, только держись подальше от монстров. Постой, хочу тебя отблагодарить. Ты мне жизнь спасла. Если увидишь меня, подходи, поболтаем, я постоянно в странствиях. Так что отвезу в любое известное мне место, или даже неизвестное, если принесешь морскую карту. Я люблю путешествовать. Хорошо, спасибо, до встречи, мы обязательно увидимся. Счастья, здоровья. Глаз чудища, хоть он уже и не принадлежит монстру, кажется, он до сих пор за тобой наблюдает. Ой, блях, там еще чудики, подождите, а нам на юг получится здесь пройти? Давайте я сначала соберу, наверное, ягоды, потому что меня все-таки немножечко побили. Не хотелось бы лишний раз агрибайтон. Так, все, отхилились. Я думаю, что мы и с этой стороны сможем. А, нет, не можем. Мне хотелось бы верить, но нет. Очень странные кусты, я их могу поднять и бросить, но я не могу их собрать. Окей. Тише. Он меня толкнул или мне показалось? На по лицу. Бляха, я за деревом не вижу его. Да выйди ты уже из-за дерева, ну. Иди сюда. Кс-кс-кс. Иди сюда.
Бить будешь? Угу. Да бляха, когда ты уже умрешь? Время умирать, монстр. Даже глаз не дал, ну. Еще и глаз зажал. Бляха, он меня отталкивает реально. Я его бью, он меня толкает. Так, здесь водица. Там переход еще куда-то нет. Нам чисто на юг надо было. Чисто на юг без всяких пакостей. Бляха, плевун. Плевун. Отошел. Отлично, он может только в одну сторону плевать. Я ему искренне сочувствую. Так, понял. Отошла. Здрасте. Ну, подходите ко мне, не стесняйтесь. Так, до свидания. Все, мы можем смело через мостик пройти. Я не уверен, что они мне дают какой-то опыт или еще что-то. Что есть смысл на них сейчас тратить время. Но на всяк пожарный лучше перебдеть. Так, каменюки двигаются. Каменюки вроде бы двигаются. Слишком тяжело не поднять. Проблемка. Силушек-то не хватает. Силушек не хватает. Окей, тогда двигаем на запад. Сейчас проверим еще. На запад лотосовая отмель. Еловая верхушка, да, нам сюда. Добрый день, здрасте. Так, эти толкаются, не забываем. Там здоровый гриб какой-то этот есть. Так, мелких поубивали. Там что-то плавает. А, то песок. Я боюсь, насколько далеко меня вообще может оттолкнуть. Умри, спасибо. Здоровяк. Здоровяк не особо далеко улетает, кстати. Так-то. Хера, меня что, волной ударило или что это было? Мне кажется, ли здоровяк может атаковать? Но это не точно. Вот, что это было? Тут ничего нет. Обо что я получил урон? За что? Почему? А хилочки-то закончились, если что. Так, здесь мелководье, я могу ходить. Но там шастут какие-то водоросли. Это кака. Так, еловая верхушка еще левее, да? О, да, открылись еще островки, а именно лотосовая это отмель. И мы, по идее, должны двигаться в сторону верхушки. Так, ребятки, вы не против, если я вас... Что это такое? Корень лопуха. Нет, деревья, застрял в деревьях, тихо, уйди. Так, если хотите агриться, идите сюда. Я не собираюсь за вами возиться туда-сюда. Так, ты сразу минус. О, с него что-то выпил. Жода монстров, она гораздо тяжелее, чем кается, и еще она очень холодная. Ок. Что меня дамажит после смерти, я понятия... Ой, после смерти этого монстра. Пол хп, я не хочу умирать. Так, водоросли, иди сюда. Ты что-то полезное можешь дать? Хотелось бы верить, что да. Но водоросль, по-моему, бесполезна. Так, и здесь цветочки я тоже забрать не смогу, да? Скорее всего, да. Экран мигает, это плохой знак. Это очень плохой знак. Так, здрасте. Меня больше смущает, почему вообще водоросли двигаются, но ладно. О, я вижу пиратские флаги. Ты кто такой? По-моему, он враждебен. Да, он 100% враждебен. Так, дверь заперта. Ага, я к нему не могу пройти. Понял, принял. Пытаемся жить. Так, здесь какие-то обряды, наверное, проводили. Нам не до этого. Кстати, здесь цветочек, может, я могу его забрать все-таки? Какой ужас. Я хотел забрать. За что мне это все? Так, ребятки, давайте, мы с вами уже потусили. Пообщаемся в другой раз. Так, водоросли, не трогай меня. Уйди. Водоросли придется бить, потому что они начинают резко рашить меня. Внезапно. И это, естественно, неприятно. Умри. Спасибо. Так, здесь все еще никого нет. Я бы рискнул перекувыркнуться там через эту воду. Но я думаю, что это физически невозможно. Так, проверяем. Все верно. Все еще на запад надо. Окан, уйди. Так, здесь есть еще какие-то цветочки. А, кстати, я лут не потерял. Лутецкий не потерян. Всю каку, которую я нашел, она у меня.
Так, ромашки. Самые обычные ромашки. Я думаю, что они используются в каких-то хилках. Вероятнее всего. Ух ты, юперсеты. Уйди. Что-то у вас здесь лежит, сныканное. Подождите. Это слишком высоко. Уходим, нам туда не надо. Я уверен, что там есть куда пройти. Уверен, что там есть что-то интересное. Так, еще одна статуя это. Мне кажется, это будет что-то типа сейвов, наверное. Либо их потом надо будет как-то запустить в определенной очередности. Яблоко восстанавливает 2 сердца. Нифига себе. Я там видел на берегу, где-то стояло несколько яблонь. Надо бы... Ой, не-не-не, дружок, пока. Так, мы добрались, да? Еловая верхушка. Есть такая. Умри, умри, умри. Так, пытаемся войти внутрь. Тихо, не плюйся. Так, горсть ягод пироканты. Мне кажется, это несъедобные ягоды. Отошел. До свидания. Тут еще какие-то шишки, по идее, лежат, но я думаю, мы их не заберем. Так, это у нас что? Это просто переход или это данж? Подуб. О, путник, не ожидал, что кому-то есть дело до старых святилищ. Пираты свободно их грабят. Или ты юный борец с монстрами, который хочет доказать свою доблесть? О нет, меня очень интересуют древние святилища. Всегда любопытно, чем тут занимались верно. Служители святилища еловой верхушки когда-то разносили ростки дерева Деваны. Здесь же хранился королевский амулет. С помощью него Герон мог добираться к дворцу сквозь бури. После гибели монаха в Великом потопе мои праотцы продолжили охранять королевский амулет. Хотя святилище ветшало и зарастало лесом, а потом заявились пираты. И обчистили его. Они украли амулет. Я все еще прихожу сюда, но, честно говоря, не понимаю зачем. Печальная история, вообще-то, я здесь как раз из-за пиратов. На их флаге были изображены песочные часы. Да, это банда песочных часов. Один из их кораблей наткнулся на скалы, когда они уплывали. Если отправишься вглубь святилища, найдешь место крушения. Только берегись монстра, в этом месте становится все опаснее. Спасибо, проверю место крушения, вдруг найду подсказку, куда направились пираты. Окей. У нас огромное количество задач, теперь дай бог их успеть выполнить. Пока что, ребятки, делаем с вами небольшую паузу. Я напомню, что эту игрушку вы можете приобрести в Steam, ссылочка на нее будет в описании. А также, если игрушка вам понравилась, не забывайте комментировать увиденное и нажимать на лайкосик. И, возможно, мы ее продолжим. Пока что, ребятки, спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.